меня больше не будет детей. Чувак, я умираю от голода. Мне определенно нужно еще. Теперь цветочки будут расти. Черт! Быстрее. Что? Сукин сын. Эй! О, боже! Ой, хорошо. Что? О, боже. Я бы, конечно, прекратил ныть о том, что я хочу есть, если бы ты, наконец, зашел в этот долбанный ресторан. Знаешь, я почему-то ужасно хочу есть. Что за... О, боже мой! Эй, смотри, куда прешь. Полегче. Мне просто необходимо поесть какой-нибудь паршивой китайской жратвы. Это может мне повредить, но я ж чувствую себя потрясающе. Ты знаешь, я почему-то ужасно хочу есть. Так.
Добро пожаловать. Что будем заказывать? Думаю, стоит пропустить стаканчик перед завтраком. Я больше ничего не буду покупать здесь. Отлично. Тебе бы стоило посетить дерматолога, парень. Ну да ладно. А вам, наверное, тоже нужна какая-нибудь жратва, а? Господи, да что же вы сюда все претесь-то, а? Обед номер два, пожалуйста. Конечно, крысиное дерьмо. Добавить вам сыр в этот блядский сэндвич, а? Нет, спасибо. А может, вы хотите еще бесплатную улыбку, а, мать вашу? Блядь, улыбнуться вам, а? Я все понял. Вы покупаете говядину в Англии. Я сожру твои сраные мозги. Получаю, ущербная зараза. Вот так. Дьявол, оно не дохнет. Баба! Вот тебе бешеный гниющий дерьмоед. Эй, мужик, их головы! Нужно разносить им бошки! Ты прав, дело в их головах! Приятного вам дня! Черт, я никого не трогал, подчинял примусы, наслаждался правами из второй поправки. А вы, твари, все ж смогли вывести меня. Толпитесь, у меня пуль на всех не... Сынок, мне нравится твой стиль. Не хочешь поработать инженером по взаимодействию с бешеными коровами? Что ж, я как раз временно безработный. Слушай и запоминай, сынок. Самый эффективный и приятный инструмент для взаимодействия с бешеными коровами – это кувалда, одобренного правительством образца.
Ну не бойся, ты просто уснешь. Отличная работа, сынок! Вот, испробуй в деле этих малышек. Он убивает бедных коровок. Позвоните Памеле Андерсон. Держите его! Вперед за несчастный Макнаггетс! Ну не бойся, ты просто уснешь. Ну, боюсь, у меня тоже не будет детей. Я должен перестать курить. Это дерьмо. Я знал, что от этого будут одни неприятности. Так, да? Мне определенно нужно еще. Я чувствую себя дерьмово. Как я не люблю ломку. А как бы вам понравилось, если бы вам понравилось? Кис-кис-кис-кис, коробка, коробка! Поискать лекарства. Ты ничего не почувствуешь, обещаю.
сегодня мне определенно нужно еще. Ну, не бойся, ты просто уснешь. I told you no. What the hell you think this is? Friggin' bullshit. What do you got, Steve? Hold on. Proposal for the pigeon mission. Proposal for the pigeon mission? We ain't got no budget for pigeon missions. The fuck, are you kidding me? Vince, the kids. Gotta think of the kids. Look at the quality of this video. You want my love? Enough! Hold on, I said. Who is this? Get on fucking line, you want money too. You, fuck you two! Вау! Это была самая замечательная вещь в моей жизни! Черт, как это меня достало! Алло! Привет, чувак! У меня для тебя работу! Нам так надоели вечные проблемы с нашими мудаками! Но есть одна проблема! У них наш, иди и забери его. Без проблем, но как мне попасть внутрь? Не волнуйся, чувак, мы об этом позаботимся. Извините, у меня что-то с нервами. Сегодня не в порядке.
давай, сражайся как мужчина! Я... Извини. Я ранен, черт! Черт, я ранен! Ты только что подписал себе смертный приговор, сын. О да, с пушкой в... Ты не так уж и крут! Мой президент Чак Хэстон, получайте по заслугам приятные обезьяны. Я полагаю, более политически корректно. Сначала...